Музыка, застывшая в камне. Вот это гавалдаш, камень, бубен, у него звук такой, как у бубна, как у колокола. Звук даже чище церковных колоколов, и как колокола очищает пространство. Точно так же этот камень, звук, очищает пространство человека. Раньше им лечили душевные заболевания, вибрации передаются по всему телу. Этот камень использовался как ловец духов. С помощью этого звука и ритма этого камня созывались все окружающие духи местных гор. А их здесь очень много. С помощью этого камня можно наводить трансовую музыку. Основа, прародитель всех именно ударных инструментов. Магический, волшебный камень гавалдаш. А вон там уже находятся основные именно ритуальные места, где наскальные рисунки. Аксакал, бараны разбежались.